Стеклянный арбуз? Пойдем покажу. Вырезаешь из арбуза треугольнички. При этом стараешься удалить все косточки, чтобы потом было приятнее кушать. Берешь шпажку, арбуз и протыкаешь. Затем убираешь в морозильник на полчаса, чтобы в ответственный момент палочка не прокрутилась внутри. В сотейнике смешиваешь 200 грамм сахара и 50 мл воды. Убираешь на плиту при среднем огне на 15 минут. У вас 600 тысяч! Я в шоке! Это больше полумиллиона! Спасибо! Но у меня есть YouTube-канал, на котором я очень хочу набрать 100 тысяч подписчиков. Если ты перейдешь по ссылке в шапке профиля и подпишешься, то это будет лучший подарок на мой день рождения. Берешь замороженный арбуз и хорошенько обмакиваешь. О да! Опускаешь в холодную воду. На 5-6 секунд. Как только ты раскусываешь, приходит осознание, что арбуз уже в жидкой форме. Вся ротовая полость наполняется соками. И это невероятно. Повторяйте и пробуйте. Но будьте осторожны, можно поранить небо. Стеклянное это блюдо не зря называется. Я вкусно покушал, надеюсь, ты тоже. Так что подписывайся, чтобы не пропустить следующее видео.